YouTube вводит более ранние критерии подключения партнерской программы или по-другому монетизации. Подробности в выпуске блогерских новостей от Бабайки. Поехали! YouTube вводит ранние критерии подключения партнерской программы и более низкие карты приемлемости. Благодаря этим требованиям авторы каналов могут продвигать свои собственные продукты с помощью раздела YouTube покупки и получать доступ к таким функциям, как суперспасибо, суперчат и суперстикеры. Чтобы подать заявку, вам потребуется 500 подписчиков, 3 действительные общедоступные загрузки за 90 дней, либо 3000 часов общедоступного просмотра длинных видео за последний год, либо 3 миллионов общедоступных просмотров коротких видео за последние 90 дней. Заявка подается стандартным образом через творческую студию YouTube. Также YouTube открывает вкладку «Сообщество» для всех авторов, независимо от количества подписчиков. Также во вкладке «Сообщество» авторы смогут устанавливать время срока показа сообщения в течение 24 часов. И не забудьте принять новые условия партнерской программы. Для этого в творческой студии нужно кликнуть по настройкам и открыть вкладку «Соглашение». Я Андрей Бабайко, слежу за последними новостями YouTube. Всем пока-пока.